Вы так далеко становитесь, чуть-чуть поближе делать это, я не знаю, громко, не громко. Вот там идут. Так, Лена, сделай объявление свое. Занятия в час в школе. Так, ко всем. Вы приходите на занятия, неделя целая. Приходите с вопросами. Вопросы отвечают, может быть, один из тысячи по Библии нету. Еще раз говорю, у меня два канала, и на одном 53 миллиона просмотров. И люди на этих вопросах заходят, больше говорят, мы вообще ничего не смотрим, на ваших каналах остановились. Что попало везде здесь конкретно? Бог нам это дает. Вот вы считали, смотрите, вот эта вот оградка наклонилась, ограда пошатнувшаяся. А где в Библии сказано об этом? А с чем ее сравнивать? Понимаете, вокруг все говорит о чем-то. А мы как слепые идем и не видим. Облака посмотрел, а кто смотрит на облака, тому не жать. То есть, это погода такая, да передают, да. После обеда будет, ну, не воскресенье, конечно. Ты на все, что видишь, понимай, это Бог видел. Сказал, Царство Небесное подобно. Кому подобно? Который в интернете играет, телевизор смотрит. Подобно, который сеятель вышел и сеет. Ну, я не сею. Ну, я видел, как сеют-то. Но это не все. А женщина скажет, а я сижу в городе. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все. 13.33 Евангелия от Матфея. Самая короткая притча. Брала закваску? Скисала. Вот отец Павел, этот Ермоленко, он это дело услышал. Я говорю, а ты ездил туда зачем? Заквашивал. Вот и догадайся. То есть другим проповедовал о Христе. Мы должны закваску иметь. Не просто слова сказать. Если возможно, прямо показать где. У меня очень активная связь с мусульманами. И мне год целый я уже там просидел, больше. И все больше и больше, и Господь открывает. Как к ним найти этот путь? Как разговаривать? Что они принимают, не принимают? Какие слова нельзя произносить? И нахожу все больше, что более бездуховных людей просто нету. Ничего духовного нету. Совершенно ничего нету. Я им говорю, вы единственное, что умеете делать, за голыми бабами бегать. Больше ничего. День и ночь сидят там. 2600 человек прошло, и ни один свою книгу священную, как они называют, не считал. А я считаю. Я говорю, тогда скажи, что написано, сура аят. А я не знаю, по-русски как. Да католку что ты считал-то? По-арабски. Придумали. Считать только по-арабски. Если бы нам сказали только по-еврейски, мы бы еще считали-то. От греков получили богослужение, а если бы его нам не перевели, мы бы не знали, где сказать «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Поэтому домой пойдете, все время за стол садитесь и скажи, какая нужда. У меня одно слово об Лукашенко, это Лукашенко Александр Григорьевич, президент Беларуси, это наши братья, на него очень сильные нападки. Он выиграл, за него проголосовало 80%. Людям нужна молодежи перестройка. Безумие. Это означает, вам нужен Майдан? Украинцы уже 50 тысяч человек потеряли. А лучше стало? Нет, все разбазарили. А его опять выбрали. Заказы делает на него, там, убить и прочее. Ну все, это Сергия Игумена. Прямо Хаббат объявил, там, убить его надо. Я Ходоса прослушал. Тоже молитесь об этом Сергии. Ему обо мне сказали. Вышли на него, и он сразу об иконе какой-то чудотворной привезти сюда, за церковно-славянский язык, как бы это не по адресу. У тебя в руках должна быть Библия. И ты даже пошел, вот, садишься за комбайн, ну, нетрудно утром открыть, и вы ему напишите. Раз, гляну, как он, Володя, у меня делает, заклеено скотчем. Одну фразу, а ты нет-нет, да опять, и сон тебя разгонит, да еще раздумайся. Тем более про тебя там много сказано, ты нас всех кормишь. Мы это молимся, мы каждый день. И вот чтобы наша жизнь была живая, как родник, не затхлое болото. Мы должны выйти из храма другими. Я на то говорю, если ты ходил в храм и ничему не научился, ты напрасно топтал дворы дома. В одном месте написано, чтобы заперли и ключ в море забросили. Когда считаешь, Господи, так мы же дети твои. Я вас знать никогда не знал.
отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Я никогда не знал вас. Так именем-то им чудеса творили. Я никогда не знал вас. Да, я давал силы, творили. Особенно это изгнание беса по экзорцизму назвали. С ума сходят. А его изгонять-то беса с себя надо в первую очередь изгнать. В храме все время стоят бабки друг друга, крестят сзади. Поземлет, рот перекрестит. Я говорю, ты еще, чтобы не зашел или чтобы не вышел? Ты этот вопрос реши. Итак, о молитве сегодняшний разговор. Я даже проповедью не называю, просто беседой. Чтобы глубоко зашли. Сейчас идет пост. Всякие разные увлечения там были, что ездили где, лишнее никуда. Свободное время у нас есть куда посещать. С Богом. С Богом.